Сейчас будет спасать утопших джипов, миф, грязь летит во все стороны. Кариб, как всегда, контент делает, ёб твою мать. Он им колею, блин, делает. Вот что он делает. Бессовестный Андрей. Просто херачит и все. И поскакал дальше. В закат уехал в Кариб. Выпу немножко. А, ну да. Сейчас не буду пробовать бигхорном вытащить. Потому что вот эта вот маздочка не справилась. Ее прям стаскивала с места в этой всей грязи. Ну, смотрим дальше. Просто здесь такая ужасная грязь, скользкая, что даже вообще ездить невозможно, особенно если газ бросить. А резина у джипа вроде как не сказать, что для грязи, поэтому вот он и встает здесь. Тем временем джип опять стоит, опять застрял. И опять его будет сейчас Мазда вытягивать лебедкой. Да. Сегодня джип отдувается и Нива.
А в остальном вроде никто пока не застревал. Провалилась нахер. Юлика копает здесь. Копает.